всем привет. Вот сейчас еду, да, слушаю радио, и там такое сообщение, да. В еврейской автономной области заведено уголовное дело. Факт этого дела, то, что местные жители отобрали у китайского гражданина невероятное количество шишек. Шишек. То есть люди отобрали шишки, которые собирал китаец, и им сейчас грозит до 15 лет. Но там, да, там, потому что это было там с применением оружия, и кроме шишек они еще забрали 100 тысяч рублей. Но, а за шишки-то зачем судить? Ладно, за шишки. Там огромное количество шишек, там что-то, по-моему, 3 сарая полностью набитых шишек. Человек отобрал шишки у наших белок, а местные алкоголики просто вернули шишки нашему государству. А возглавлял это все 38-летний местный житель. И вот он как бы сейчас под следствием. Я думаю, это не даже не супергерой, это человек-белка. Человек-белка, который отстаивает наше достояние. Отстаивает наше достояние для того, чтобы мы были богаче. Нефть уже не отстоишь, но хотя бы шишки надо отстоять. Удачи всем!